Привет, меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас несколько видео на тему житейские хитрости и фишки для вашего дома. Несколько хороших дельных советов для вашей кухни. Сколько необходимо держать тесто или опару? Какой оптимальный, так сказать, часовой срок? Все мы знаем, что нельзя перестаивать ни опару, ни тесто. Есть какое-то оптимальное время. Потому что потом, после истечения этого времени, тесто уже начинает и опара начинает садиться. Итак, это примерно от 2 до максимум 3 часов, в зависимости от вашей рецептуры. Вот этот диапазон. Найдите для себя, для каждого вашего рецепта, эту золотую середину, чтобы ни тесто, ни опара не перестоялось. Вот и все. Такой маленький секрет позволит выпечь прекрасные пироги. Спасибо за внимание. Смотрите другие мои секреты для кухни и дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому.